Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Онлайн-сервис программы «Московский акселератор» снизил цены на доставку продуктов в торговые сети. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, на сегодняшний день такая услуга пользуется большим спросом. При доставке в одну точку торговой сети поставщики могут объединиться, и стоимость услуг перевозчиков снизится. Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что онлайн-сервис позволяет поддержать оказавшихся в сложной экономической ситуации поставщиков. Он заявил, что для поддержки столичного бизнеса предпринимаются максимальные усилия. Московский инновационный кластер дает организациям возможность пользоваться необходимыми инструментами развития. Московский акселератор является одним из проектов МИК. Он поддерживает перспективные и полезные проекты. Онлайн-сервис «Пулинг» является одним из таких проектов. Управляющий директор сервиса Ярослав Мельников отметил, что во всем мире создается сложная социальная и экономическая ситуация, поэтому быстрая и доступная доставка продукции в розничные сети очень важна. Он добавил, что онлайн-сервис и транспортные компании, сотрудничающие с ним, должны помогать в организации такой доставки. На этом у меня пока все. Больше новостей из жизни столицы на сайте mymsk.online. До скорого!